Я видела твоё чёрное дерево и без тебя. Всем доброе-доброе утро. Снежный человек снова с вами. Я так укуталась. На улице снегопад, но не очень. Вчера мы катались на горке в Зубровнике. Посмотрите, кто не посмотрел еще. В общем, это было такое крутое приключение. У меня такой прям марш-бросок какой-то был. Смотрите, какой снегопад. И сегодня я, короче, еле встала, в общем, подыхала. Бесполезно, не подохла. Все, надеюсь, но ничего не получается. Смотрите, какое снегопадище. Вот. И сейчас я должна идти на урок, уже без 10-12. Смотрите, как она западала вся снегом. Снег мокрый. Еще и гулять захочется с детьми. Сейчас я не могла даже их покормить. У меня, видимо, нагрузка на ручки чересчур была большая. Я катала на ватрушке вчера, их очень много. Это я вам показала немного. Там буквально 5 минут. А на самом деле-то мы 2 часа там гуляли. Вот. И, наверное, нагрузка была большевата. И сегодня я не могла даже им тарелочки подать своим деткам к столу. Кушали из сковородки, как в старые добрые времена. Я, кстати, вспомнила, что когда я в детстве к бабушке приезжала в деревянный дом с сестрой, с двоюродной, она нас кормила из сковородки. Я думаю, потому что воды не было, и воду она экономила. Вот. Поэтому дети сами сейчас себе сделают чай. Дала им инструкции. А мои ручки поотдыхают во время урока. Вот какая я снежная. Так что я могу улыбаться. Больше ничего не могу. Могу вести уроки еще. Ой, пока греется машинка, немножко с вами поболтаю. Сейчас мы посмотрели фильм в Ютубе 10-минутный. Как по мотивам фильма «Один дома». Где он снимался, что там с этим домом. Вообще, видео не очень информативное, но, знаете, оно такое эмоционально насыщенное прямо. А как оно мне попалось, я вообще не знаю. Само нашлось. Знаете, как YouTube вечно что-то посоветует. Ну, в общем, мы окунулись в этот дом, и дети посмотрели, прям не отрываясь, 10 минут. Про Макалея Калкина немножечко. Ничего нам не рассказали, не показали толком, но одни воспоминания. О, дядька, да, я хочу уехать. Совершенно ты прав. Я вот туда поеду. Сначала назад, потом вперед. Все понял. Вот. Короче, поностальгировали чуть-чуть. Оказывается, «Один дома» — это фильм 90-го года. Я думала, что он гораздо старше, на самом деле. Вот. Так что начинается новый день. И машины туда-сюда. А по плану было принять душ сегодня, намыть голову. Но не могу ничего делать. Вот. Боже, какой снегопад красивый. Я не знаю, дядька простит меня, если я вам сниму снегопад. Смотрите, чего там. Во, какие крупные падают. О, я, наверное, вообще никогда не видела таких крупных штук. Но это не снежинки. Это комки снега прямо. Видели? Вот только что я шла, по-моему, было не так. Ладно, едем на урок. Слушайте, кстати, хочу сказать, сейчас стала регулировать печку и поняла, что надо этим поделиться обязательно. Мы вчера были так тепло одеты, что печка, которая у меня зимой тут включена, это не кондиционер, а именно печка. Она не так работает, как кондиционер. То есть ты включаешь на 25 градусов. Реально у тебя, конечно, не 25 в машине, а холоднее. Так вот, у меня все было 25-26 сейчас зимой стояло, чтобы согреться. А потом уменьшало иногда до 23. А вчера мы были так разгорячены после горки. Мы так накатались. У меня очки потели от жары. Представляете, я вот так вот дышала. Было жарко. Мы были красные. Я очень боюсь, что мы заболеем. Но вроде пока не заболели. Было так жарко, что у меня сейчас печка стояла на 17 градусов. Представляете, как нам было жарко? И мы всю дорогу ехали на 17 градусов с пониженной вентиляцией. Так, надеюсь, понятно, что я имею в виду. Вот, детишек тащат по снегопаду через дорогу.
страшно, конечно, как вот люди поскальзываться могут. Ладно, я много болтаю. Когда нечего сказать, вечно болтаешь почему-то. А когда есть что сказать, говорю коротко. И не знаю даже, слышите вы меня или нет. Вот. Проживем со мной этот день. Спасибо за то, что вы со мной. Спасибо за ваши комментарии. Обязательно досматривайте видео до конца. О, вот я о чем могу с вами поговорить, девчонки и мальчишки. Есть какая-то категория... Ой, надо, наверное, вначале это говорить было. Ай-яй-яй. Есть категория зрителей, которые смотрят мое видео 1-2 секунды. Это я вижу по аналитике. Раз, девочки, блогеры, скажите, может, у вас так же? Раз, 100%, потом вжих, и досматривают, и смотрят вообще ровно-ровно, все дружно, 25% зрителей. И досматривают до конца 25% зрителей. Кто-то смотрит там 5 минут, кто-то 10, кто-то 2, а кто-то действительно смотрит сколько-то секунд. Вот те, кто смотрит несколько секунд, зачем они смотрят мое видео? Вот этот маневр, может, они думают, что они мне создали плюс один просмотр. Нет, это не так. Они создали мне понижение моего видео в рейтинге. То есть, таким образом, они показали, что они включили видео, оно неинтересное, они его выключили. Зачем они его включают? Я никак не понимаю, что это за люди. То есть, у меня, ну, возьмем, допустим, 100 просмотров, и из них, допустим, процентов 50 – это несколько секундочек. Зачем они включают? Если кто-то вот из тех, кто так делает, досмотрел до этого момента, хотя, конечно, вряд ли, но вдруг, ребят, ну лучше отписаться, серьезно. То есть мне нужны живые подписчики. Мертвые души, которые вот делают такие, как будто бы просмотры, они только портят всю статистику. Если вы не смотрите канал, если вам не интересен канал, не надо из вежливости быть подписанным под меня. Это не в плюс мне, это не то, что вы делаете мне помощь, это в большой-большой минус. Вот, если кто-то так делает, и кто меня сейчас слышит, пожалуйста, отпишитесь. Лучше отписывайтесь и не смотрите вообще. Если уж включили видео, значит, его смотрите хотя бы половину. Я же что-то хочу вам сказать, что-то донести. А вот эти вот несколько секунд, мне, честно, непонятно. Я сама никогда так не делаю, да я даже не пойму, в какой ситуации мне так сделать. Если я вижу картинку, она меня заинтересовала, я включаю, и я смотрю это видео, реально я его смотрю. Может, я где-то что-то там отвернулась, пропустила, но в основном-то я же его смотрю, я же не выключаю его сразу же. В общем, девочки, блогеры, скажите, есть ли у вас вот такое в аналитике? У меня есть. Одела другие сережки для разнообразия. Знаете, ученики, они всегда очень тоже рассматривают, в чем одета учительница, что на ней висит, да, что на шее, что на ушках. Я уже знаю, что девочкам весело, когда у меня какие-то веселые такие бабочки, там какие-то сердечки в ушах. Вот. Но все рассматривают, и девочки, и мальчики однозначно. Поэтому я всегда думаю, что надеть. Даже больше думаю, чем когда я иду просто на улицу гулять или в магазин. Вот. Мы живем на 26 этаже. У меня такая мысль появилась, что я хуже себя чувствую дома. И Тёма, в принципе, плохо себя чувствует, старший сын. А когда выхожу на улицу, вот в этот самый момент, когда плохо себя чувствую, я сразу же хорошо себя чувствую на улице. Может быть, вот этот 26 этаж как-то отрывает нас от земли. Там какие-то теории я такие слышала раньше. Но в момент покупки квартиры я об этом не думала. В момент покупки квартиры у нас разница была, не разница, выбор был. Второй этаж и 26. Оставалось две трехкомнатные квартиры в тот момент в этом доме. Больше не было. И мы выбирали 26 этаж. Высоко сижу, далеко гляжу. Нам казалось, что это очень-очень круто. А вот, оказывается, мне что-то кажется, что зря мы выбрали 26 этаж. Что скажете на этот счет? Как у вас наблюдение? Все, прощаюсь, я прям вовремя доехала. Я большая молодец. Вот сейчас 56 минут осталось припарковаться. Вот это место, где была гигантская лужа летом. Вот, ее засыпали, заасфальтировали. Слава богу, пока не пробили. А дальше вот тут появилась новая пробоина. И как только будет дождик, вот ее уже сложно объехать. Видите? Но сейчас ее засыпало. Она на самом деле огромных размеров. Я уже в нее чуть не попадала. Немножко вчерашняя поездка меня взбодрила. Она мне напомнила то время, когда мы с Тёмочкой, когда ему было лет там 10, катались в Финляндию. Вот ты едешь по Финляндии, тебе освещается эта европейская хорошая дорога, вдруг бамс, ты переезжаешь
границу, и вдруг абсолютно неосвещенная российская трасса. Кусочек от Финляндии, если кто не знает, он не освещается. Я не знаю, как это объяснимо. Кстати, может быть, я вру, потому что мы ездили последний раз, я ездила в 2014 году, а может, уже все изменилось. Кто был, напишите, изменилось или нет. Как разъехаться? Как разъехаться? Ё-моё. Ладно, все, давайте. Ну что, мама дает бутчик пиццы. Думаю, что за 350 рублей ничего бы я в магазине не купила. Например, на бутерброды было бы вредно. Фрукта вроде как мало еды. Вот. А суп сейчас мне наливать, подогревать вообще не хочется. По-моему, его там совсем мало осталось. Поэтому я думаю, оптимально. Боженька простит нас, что мы второй раз за неделю кушаем пиццу. Так, всем привет. Сейчас 20:15. Я сходила еще на один урок. Но там мы заболтались с мамой девочки. Выяснена причина, почему они так часто у меня сейчас путали время. У них живут родственники уже неделю. И я в целом отсутствовала, наверное, часа полтора, почти два. И сейчас я вам покажу, во что превратилась детская. Так, ничего особенного. Большая кровать отодвинута от стены. Вот так вот обстоят дела. В комнату не войти в буквальном смысле. Это, кажется, от новой пожарки пульт. Это новая пожарка. Ну, явно, что в этом был какой-то смысл заложен. Просто мы его не знаем. Завтра урок у меня с утра. А сейчас уже надо ужинать. Не знаю, когда все это убирать. Обедали пиццей. Кушали где-то в 6. Мы еще полдничали. Но что-то они ничего не полдничали, смотрите. Их телевизор держит, не дает им пополдничать. А сейчас я сходила в пекарню. Купила 2 сочня. Они по 60 рублей. И кажется, дети мои их никогда не пробовали. Сейчас попробуют. Даже мясо не ели. Господи, что за дети? И еще пирог с капустой. Его точно все будут. Только теперь микроволновки нету. Ничего. Он шикарный. Он, конечно же, шикарный. Сниму твою деятельность. Человек занят делом, да? Разобрал мотоцикл на пульте управления. Не без пульта. А, просто он сам так жужжал и поднимался? Да, от кнопочки. И смотрите, я поставила батарейки, ничего не работает. Вот пульт, а потом в этот механизм. Вот видите, мое любимое дело, шестеренки. Вот бы их можно было бы... Я снял! Счастье-то какое! Вместе с этой разберу. Вот теперь не будет работать зато. А тем временем у нас девочка легла спать до 9 без ужина. Сейчас ей поставила градусник на всякий пожарный. Вот только-только отмыла стол, потому что тут все было сегодня в йогуртах. Не знаю, сколько штук они съели йогуртов, очень много. И постель мне измазали йогуртами. И комнату, и по пути в комнату все-все измазано. Так что бурный у нас вечер, и детскую никто не прибрал. Спасибо, что были со мной. Всех люблю, всех целую. Каждый вечер думаю снять конкурс, но что-то не до этого как-то. Вот. А украшения для вас лежат, ждут вас. Так что, пожалуйста, ждите конкурс. Смотрите видео. Я думаю, что будет вопрос задан в конкурсе, и уже среди тех, кто правильно ответит, будет разыграно серебро. Вот. Всех люблю, всех целую. Пока-пока.